Первый день августа обещает быть солнечным и жарким. В Сарове ясно, утром плюс 15, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла, ночью плюс 17. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде мало облачно, утром плюс 16, днем столбики термометров поднимутся до плюс 29, ночью плюс 19. Ветер северный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В столице солнечно, утром плюс 14. Днем до 28 градусов тепла, ночью плюс 16. Ветер восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.